Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом. Каждый раз при встрече Нового года мы думаем о том, что он нам что-то принесет хорошее, доброе, светлое. И каждый раз человечество надеется на это. Но мне кажется, что самое главное состояние человека во все времена, какие бы они ни были, это умение любить. И мне кажется, что любовь уменьшается от разочарования и увеличивается от терпения, от доброты и от постоянства. Я желаю вам большой любви друг к другу, умения быть терпеливыми, быть постоянными. И если говорить о будущем, то я хочу моим маленьким носиком-курносиком пожелать оставаться милыми, добрыми, сердечными, не миллионщиками, а просто людьми.